Buradan tarayalım. Olur sıkı. Olur. Silivan dizip yok olamazsın. Салам алейкум, ассалам алейкум. Озбекистан Кока-Колы Лигасының сәкен турдан орын алған соғдығына Набығы ұшышылдан кейін матбатан жүрін бірінші қысын бастаймыз. Үнді Набығы жаңыз бош мұнар бейін, сәңістер, қабайыстар құлақты. Сәңістер, сәңчәлі, ваше, нені асы өшінің өпшін кәпірді дегілі? Я думаю, игра прошла хорошей борьбе, зрелищной борьбе. К сожалению, ничейный результат, мы рассчитывали, конечно, на большее, но там есть причина, если с первого тайма команда хозяев уже начинает оттягивать время, значит и результат, который сегодня есть, сыграл в их пользу. Я считаю, что мы опустили 2 очка, создали хороший темп в первом тайме, к сожалению, игрового времени максимум 30 минут играли, остальные 15 минут просто любовались, как соперник выбивает мяч, оказывают помощь. Но это футбол, эти хитрости футбольные, наверное, без них никуда, дают результат команде соперников. Но в целом, конечно, такая история не дает толчку в развитии, потому что темп, который сегодня был, откровенно даже в раздевалке после первого тайма я посмотрел, ребята, даже не взмыли, даже не вспотели, потому что все время были остановки. В целом хочу поблагодарить ребят, они хотели, жаждали этой победы с первой до последней минуты встречи, но, к сожалению, мы упустили 2 своих очка. Ну, я думаю, что в других играх придется на них что-то. В целом благодарен ребятам за сегодняшний матч. Ну, еще до этого игры еще достаточно времени. Сегодня мы планируем какой-то план на игру на сегодняшний, ни в коем случае не на следующий год. Все, что мы планируем, в принципе, удалось сделать, за исключением взятия ворот. Были хорошие моменты, не реализовали. А кубковой игре будем думать чуть позже. Я особо говорю, что классы были на этой котором. Джастур Турсон, да, у меня есть собак, с полгода не имел игровой практики, поэтому плюс еще горе, которое случилось в семье, конечно, выбило его скорее. Поэтому сегодня Джастур максимум полчаса сегодня. Он свои полчаса сыграл, но мы видим, что, к сожалению, пока до конца не готов. Есть еще игры, я думаю, в последних играх чемпионата. Сейчас он покажет свой класс и поможет нам. Он собак? Он собак. Алло? Джан Шпоктор, Барк Бумовый легенды, Маркез Динарго Хокшира Буранды, Барки Коре Тошкан Буранды, Барк Бозонш. Вот на конце ли сезон? До игры, я сказал, что Джан Шпотер, Джан Шип сегодня является одним из лидеров. Ну, сегодня капитан команды вышел на этой позиции, он сыграл на хорошем уровне.